Продолжаем играть универсальную пирамиду. Начальная расстановка в вершину пирамиды ставится цветной шар, и все удары происходят через него. Либо цветным моб белый, либо белый моб цветный. Партия ведется до 8 шаров, штрафы с полки на стол. Главное условие, цветной шар постоянно остается на столе, забивать его нельзя, будет штраф в противном случае. Выполнение правил согласно официальных правил по пирамиде, за исключением выставления штрафных шаров. Не со стола на полку, а с полки на стол. Ведение игры идет следующим способом. Либо цветным бьется только чужие, либо по цветному только свояки. За биток выбирается абсолютно любой шар на игровой поверхности, при условии, что первое соударение будет с цветным шаром. Партия ведется до 8 забитых шаров. На соседнем столе играют ветераны бильярда с очень интересными комментариями. Так это тащите, а что ты так? Свои два, мои.
первое соударение должно быть обязательно при участии цветного шара. Либо цветной в белый, либо белый в цветной. Цветной сбивать запрещено. Счет по шарам 3-1. Да, бабушка, все нормально. Я через час их буду 40 будет дома уже. Сейчас. Да? Ничего, просто. Курки сегодня не нужны. Да, ну такие. Что там, надо купить? Ничего, есть. Все.
Все хорошо. Не-не-не, конечно. Это 100%. Хорошо, хорошо. Счет по шарам 4-3. Счет по шарам 5-3.
5-4. Thank you.
Счет по шарам 7-5. Партия 8-5.